На удивление, Егор Крид у нас не в топе голосования. Я не знаю, это может быть связано с тем, что просто хотят послушать других, либо это связано с тем, что трек не понравился. Непонятно, ситуация происходит, да. Крид у нас скрипыш. Мой подарок вам на мой день рождения. Слушайте везде и кайфуйте. Девчата, ПЛЗ, не плачьте. Нет, что, трек... Егор Крид крепыш. Очень сильный артист, который моет в разнообразии, в разные стили. Чего вам не нравится? Почему не находит? Да. Жду качества. Жду качества. Очень крутого исполнения. Все четко, все харизматично, все выточено, отточено. Не знаю, что это. Странная заставка, как будто бы гиперпоп какой-то или что это. Продюсер by Тимур Иванов, Каримов Равиль, Алекс Давия, Егор Крид. Хорошо. Погнали, слушаем. Что это за стиль? Потому что Егор Крид, в принципе, он тоже пробует разные стили в последнее время. И что-то трендовое с ребятами, с разными зачитывает. Да, как бы и с Малонами, как бы и сам. Там и где-то карте, как бы, и где-то. Ну, короче, непонятно, что это. Погнали, девочка, не плачь. А, вот так, да? Поп-рок вы пишете? Нихуя. Снова признаю, что не прав, снова извинюсь. Снова скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Меня волнуешь больше ты, чем мой высокий пульс. Да я ревнивый сукин сын, я думал, это плюс. Я будто знал тебя всю жизнь, но мне стерли память. Ты словно часть меня, которой мне так не хватает. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю. Засыпаю без тебя, это не окей. Твое имя на руке, как в том аниме. Притворимся, что у нас будет хэппи-энд. Я ненавижу ненавидеть мысли о тебе. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Девочка, не плачь напрасно. Любовь это всегда опасно. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Блестящие глаза, как страусы. Девочка, любовь это всегда опасно. Плевать на прошлое, малыш, мы все не идеальны. Зато на стиле будто дым на игурам гвасали. Когда тебя я встретил, понял, я еще ребенок. Но, детка, тебе наплевать, что это незаконно. Засыпаю без тебя, это не окей. Твое имя на руке, как в том аниме. Притворимся, что у нас будет хэппи-энд. Я ненавижу ненавидеть мысли. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Девочка, не плачь напрасно. Любовь более, это всегда более мягкий, более нежная. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Блестящие глаза, как страусы. Девочка, любовь это всегда опасно. Средний палец над моей башкой. На-на. Ведь я опять иду один домой. На-на. Сам не свой, потому что твой. На-на. Если сон, то только с тобой. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Девочка, не плачь напрасно. Любовь это всегда опасно. Девочка, не плачь напрасно. Хоть твои слезы так прекрасны. Блестящие глаза, как страусы. Девочка, любовь это всегда опасно. Спасибо за хорошую структуру текста, чтобы это не было душно. Да, очень круто сделан припев по тексту. Очень круто, спасибо. Вот так как надо делать припевы. Девочка, не плачь напрасно, хоть твои слезы, это, да, так прекрасно, да? Вот здесь бам, бам. Вместо того, чтобы задушнить нас повтором, тут идет первые две строки, и абсолютно новые вещи, и закрывается припев. По тексту очень круто исполнено. Мне кажется, как будто... Вот
не тем стилем, что ли, исполнен. То есть Егор Крид, у которого шикарный вокал, да, но у него какой-то он более такой мягкий, более нежный, да, более повествующий. А вот прям вот этот вот Вракешник туда, хоть это и поп-рок, не знаю. Не знаю. Бридж прикольный. А, вот здесь, да? Построено все хорошо. Да, вот все вот эти вещи, да, там, понял, ребенок, наплевать, незаконно. По рифам нормально, по тексту нормально. Может быть, и... Не знаю, может, даже душновато. 3 минуты, 3 припева. Не знаю, мне кажется, не лучший его трек, далеко прям, далеко. Я не знаю, пишет ли сам Егор Крид себе треки, да, в данном случае вот этот трек. Ну, в смысле, я про этот. Засыпаю без тебя, это не окей, твое имя на руке, как в том аниме. Красиво же звучит. Happy End, я ненавижу ненавидеть мысли о тебе. Блин, круто вообще. Круто, очень круто. Я думаю, что он прочитал, такой, блин, крутой текст, да, классно. Если сам не писал, имеется в виду. Блин, классно, да, типа музыка. В голове у него заиграла, как это должно быть. Но мне кажется, хоть он вроде, да, и здесь и хорошо, вот, блядь, всегда там, так вот. Где там именно тянется, да, в каких моментах? Опасно. Плачь, так, да, угу. Не знаю. Мне кажется, если поп-рок от Егора Крида, то меньше экспрессии, что-то такое более легкое, да, более нежное такое, более воздушное с напевками. Он круто очень может сделать такую работу. Здесь что-то не то. Просто, возможно, у нас еще и ожидания, да, на Крида всегда очень высокие. Топовый артист, способный в разные стили. Если вдруг посмотрят те, кто именно, не то чтобы там смотрят наши разборы часто, да, а именно вот те, кто слушает Крида, как вам? Очень интересно послушать именно мнение тех, кто прям вот слушает Егора Крида. Напишите в комментариях, кто будет смотреть на Ютубе. Если сейчас есть такие ребята в чате, тоже можете написать. Конечно, это его текст. Ну, супер, если... Ну, в принципе, неудивительно, да, он может писать такой текст, да, он может писать такой текст. Он сам пишет текста. Ну, он и сам пишет текста, и ему пишут текста, как я понимаю, да, как бы, ну... Это, в принципе, практика профессиональных артистов по всему миру, да, не надо думать, что это прям какой-то ужас. Необычно такое коммерция зашло. Мне кажется, необычно. Я слушаю, мне прям зашло. Окей, супер. Супер, припев не очень на фоне куплетов. Согласен, да. Трек 58 тоже рок, там заебись, тут середняк. Понятно. Это женщина пишет. Ну, хорошо, какая разница? Женщины, мужчины, кто слушает Егора Крида? Какая разница? Есть, кстати, если, типа, это камень в пользу того, что, типа, вот это вот, мол, фанаты, которые, типа, нихера не объективно судят, им все нравится, там, вот они все схавают. Бля, такие фанаты есть разного пола. Есть и пацаны такие же, блядь, олени, любую хуйню скармливая, они согласны на все, орут, блядь, ждут. Есть и очень, которые разбираются, девочки хорошо. Есть наоборот. Ну, тут от человека зависит, короче. Есть отбитые фанаты, да, есть нормальные ценители творчества. Все. Разного пола, абсолютно. Хороший трек, третий бридж, возможно, лишний. Ну, вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Крид написал в инсте, что написал трек за ночь. Ни хрена себе. Ну, блять, это круто, реально. Тогда это очень круто. Скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Прикольно. Вроде повторы, да? Чем у нас самый высокий пульс или невысокий сын. Я думаю, это плюс и смех такой. Прикольно, да, прикольно. Первый куплет, интересно. Не стерли память, словно часть меня, которая не хватает. Смешала любовь на расстоянии, мы виделись ни разу, но я по тебе скучаю. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю. Егор Крид в поисках любви.
Ну, я не знаю, 9-10, особенно в... Это не альтернатива какая-то, да? Это поп-рок такой, да, прям. Девяточку, десяточку за текст. Вполне себе good nice, нет? 9 минимум. Структура ритмика. Девять, да. Хоть и структура именно вот написания отдельных партов прикольная, но в целом трека я бы десятку не дал, да, что прям вот, мол, вот кайф отлетает. То ли припева много, то ли еще не, то ли бридж. Реализация выбранного стиля. Нет, нет, нет. Восемь, да. В кои-то веки мы Криду ставим за реализацию стиля хуйню. Индивидуальность и харизма. Нет, опять же, потому что харизма нужна тут в припеве дико вообще. Индивидуальность, понятно, в куплетах Егор Крид 10, то есть так в целом где-то 8. 8-9, та же история, потому что припева много, припев очень важен, и, соответственно, к сожалению, нет, да. Но индивидуальность пиздец тащит, конечно, дико вообще Крида. Куплеты забирают. Вот реализация выбранного стиля, куплеты забирают. Там 9-10. За припев вот-вот история. Вот. Поэтому в среднем оценка такая. Хуйня, я имею в виду припев вот здесь. Но так-то он нормально выдал. Хорошо. Обложку придумать сам не смог, и кореша украл. Хуй знает. Затащил чисто на своей нереальной харизме. Не, ну он профи пиздец, ну что говорить-то, елки-палки, это понятно, один из самых таких ярких артистов нашей сцены, блядь. Не просто так он столько лет держится, вы что думаете, он там поплясал, спел, блядь, один хит и все, типа, и на этом можно держаться. Да, блядь, за год отлетит такой чувак. Он пахарь пиздец. Атмосфера или вайб? Блин, три. Припева много, и он не разъебывает. Восемь, да, все-таки? Все-таки восемь. Припев. Бля, вот припев, пиздец. Поп-рок, 5. 66 баллов. Это очень низкая оценка для Егора Крида. Напишите, да. Желательно аргументированное мнение. Говно, хуйня, заебись. Ну, лучше не надо, да? Лучше что-нибудь поподробнее.